Участники автопробега, организатором которого выступили Республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси» совместно с Федерацией профсоюза Беларуси, проехали более 1000 километров, оставив свой исторический след в каждом районном центре. Конечная точка маршрута в нашем регионе – город над Бугом. Брест, как всегда, участвует в разных проектах. Мы поддерживаем патриотов и всегда активно принимаем участие. И сегодня не исключение. Та идея, которую вы подняли, да, то есть и в том числе в год исторической памяти, она важна. Именно поэтому в городе Бресте определено место, это аллея, их именами названы улицы города. Именно на этой аллее увековечены имена защитников и героев Бреста, тех людей, которыми гордится каждый житель города над Бугом. И чтобы о их жизни знало еще больше, патриоты Беларуси установили таблички с QR-кодами. С их помощью можно ознакомиться с подробной биографией защитников и героев Бреста, а также узнать о военном времени. Всего для областного центра сделано 35 таких табличек. В рамках нашего проекта «Сохраним историю» мы проводим оцифровку памятников. И вот в Брестской области мы также еще решили, что не только таблички будем передавать для оцифровки и дарить, и какие-то памятники сами оцифровывать, но чтобы дальше побуждать интерес у школьников изучать историю, мы раздаем, дарим закладки в учебники, на которых описаны истории наших героев, героев Великой Отечественной войны. Важная миссия автопробега – рассказать об истории своей родины, вызвать живой интерес у молодежи и оставить в их душе глубокий след. Местные люди рассказывают, предки ветеранов, потому что ветеранов-то мало осталось, рассказывают, как гибли люди, как издевались, как убивали. И просто мозг отказывается понимать, насколько это было жестоко и больно. Поэтому ездим, посещаем, объединяем людей. Пытаемся донести до каждого. Объединение людей – это сила, это мощь. Федерация профсоюза Беларуси уверены, проект «Символ единства» увенчался успехом в нашем регионе. Мы видели, какую поддержку она получила, эта акция в наших регионах. Людей было очень много было молодежи. Молодежь интересуется вот этими проектами, она готова участвовать. Благодаря этой акции сейчас любой человек, в принципе, может получить доступную информацию. Мы можем ее сохранить и передать нашим будущим поколениям. Брест еще не финальная точка автопробега. Патриоты Беларуси отправляются далее по стране. Акция «Символ единства» завершится в Минской области 28 ноября. Валерия Гальперина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».